Дефалко. Наш агент снял это в лагере рядом с Сокотрой в Йемене. Фарид. Спасибо, адмирал. Дефалко — правая рука Менендеса. Понятие сочувствия ему знакомо, но он им пренебрегает. Дрон-разведчик обнаружил это 2 дня назад в заброшенной тюрьме в Лахоре в Пакистане. Мы только на прошлой неделе потеряли связь с дроном-разведчиком в Пакистане. Погодите, ученый, которого мы взяли в Мьянме, говорил, что Менендес использует целлерий для разработки кибероружия под названием «Карма». А вдруг эта «Карма» нейтрализует наших дронов? Знаешь что? С этим Дефалко можно немного поразвлечься. Немного. Может, выпустим пара? Разомнем немного кулаки. Еще бы. Идем, будешь страдать, как я. Что ты сейчас сказал? Про страдания. Что-то мне такое мерещится. В ночь гибели отца меня похитили и опоили. Я до сих пор ничего не помнил. Это был Менендес. Так это он убил отца? После смерти отца меня воспитывал Вудс, но он всегда говорил, отца убил какой-то псих. Какой-то бродяга. О, Господи. Будешь страдать, как я. За грехи всех, кто был до тебя. Почему Вудс мне не сказал? Вудс. Хадсон. Это их рук дело. За Жозефину. Сегодня твой отец умрет! Нас окружают МВР! Ну же, эта штуковина нужна нам на ходу! Я пытаюсь! Может, управление заклинило? Враг близко! Черт. Вот так! Готово! Лава активна! Оружейные системы включены! Граната! Пали! Всем привет, дорогие друзья, с вами Бумбокс, не было времени поздороваться, сразу пошла катсцена, я просто мучился перед тем, как записать видос, я мучился. У меня эта миссия вылетала, при попытке что-то сделать, сейчас она не вылетает. А, по крайней мере, что я из этого ролика извлек для себя? То, что, возможно, будет предатель, просто, или у него какая-то терка с этим Менендесом. То есть, у него была эта терка, типа, он хочет его пристрелить, убить херам, но у него такое Начинай помечать цели! Посмотрим, на что способен этот газ! Еще бойцы МВР! Пусть Клау идут первыми! Держитесь позади! Оказывается, что все Я перестал что-то слушать эти. Дроны поддержки! Уничтожить дронов! Черт! Назад, сектор! Андер в 2 километрах к юго-востоку! Блять. Знакомьтесь, меня Таля, и я люблю кидать по себе С4. Еще бойцы МВР. Пусть Клау идут вверху! Держитесь позади! Я люблю... Вот это сложно, пиздец. Так что давайте. Еще бойцы МВР. Пусть Клау идут вверху! Держитесь позади! Thank you.
пиздец. Откуда у меня есть еще обойти МВР. Пусть Клау идут вверх! Держитесь позади! То, что пока я пытался еще запись, но я очень привел, потому что у меня еще бойцы были проблемы с тем, что. Это, блин, что еще за шум? Вот это, блядь, ну он сказал, это, блядь, что. Давай быстрее сюда! Надо уходить с улицы! Жопа, пронесло, да? А Кросби содержал. Хорошо, хоть яйца на месте. А у тебя?
Пошли. Ух, собака. Антем прямо по курсу, идем. Собаки, чего происходит? Собаки, чего? Дверь. Просто полная жопа. Да, здесь да, явно да. Никто не был готов к наводнению. Собака. Здорово. Дрон ведет разведку. Твою мать! Сукин сын! Труп без головы отлагающийся. Если он нас увидит, нам хана! Эти дроны тут вместо батальонов смерти истребляют мародеров! Разворачивайся! О, я за тобой слежу! Ладно, вперед! Держись левее, брат! Блять! Вперед! Беги, пока он тебя не засек! За пиздец произошел. Меня нашпиговали. Ебать, тут их два. Пиздата. Тупая ты, скотина! Продолжай смотреть не туда! Впереди еще один дрон! Об этом не говоришь. Я пришел где-то из стороны. Погоди! По входу в канализацию, солдаты МВР! Точка входа со зданием в конце улицы! Ты готов? Бежим, пока он не заметил! Нахер! Уходим! Нихуя себе уже... Чисто! Идем! Ты телепортироваться учился? Да. Канализация идет прямо под Антемом! Неправда, грязная работенка! Ты еще даже дал нашей работы. Наша работа! Раньше я работал сантехником, поэтому теперь я знаю, как нам надо проходить. Давай, Сектор, мы на позиции у сортировочной станции. Вижу много противников. Мне говно, но так всегда. Наблюдайте, держите меня в курсе. Тамара Катнак. Ты слышишь? Они говорят о новом сорте, в сортировочной станции. Нам пора уходить. Салазар, МВР получила партию новых СОКТ рядом с вашей позицией. Ясно. Здесь Менендес. Я видел его во дворе. Он встречается с лидером МВР. Я свяжусь с Бриксом. Адмирал, мы на позиции. Отлично, командир. Сейчас передам вам карты Антема. Наиболее выгодная позиция для вас вот здесь. Тут отличный обзор двора. Клау будут прикрывать вас на пути внутрь. Кроме них у вас ничего нет. Если уничтожат хоть одного из них, вы сами по себе. Ни в коем случае не упускайте из виду патрульный дрон. Если этот полисад захватит цель, бежать будет бесполезно. Если я попробую, генерал, то только к нему. А мне, удачи, кстати, можно клавами по этим обдрисанным дронам херачить? Должно быть, наверное, можно, но... С позиции на крыше мы можем быстрее найти Менендеса! Нихуя себе, три дрона, ёбаный насрал! Закрепить тросы. Зажмите G, чтобы прицелиться.
Ай. Заебись. Впереди враг! Кажется, мы на верном пути! Пошли! Пацан знает, закон шутки. Твой тот, что справа! Я за тобой! Так, сектор! Сканер готов! Подозреваемых у нас масса. Шигер Хамаре Кадму Парк. Это он. Киртаги. Лекин Саркарс. Тихао дати. Давай, Сергей, продолжай. Всем плевать. Как мучается простой народ. Как и американцам. Да и китайцам. Во фикр картеге, лекин... Или ор куч неги. Поверь, друг мой. Твое содействие поможет положить конец преступной беспечности империалистов. Наебываешь. Они уходят из зоны. Сигнал теряется. Ну уже! Надо найти позицию получше. Не попадайте под прожектор! Блять. Вниз! Вот и они! Лучше спрятаться! Они говорят о сбитом дроне! Зоны! Сигнал теряется! Ну же! Надо найти позицию получше! Голос... Не попадайте под прожектор! Да кого ты, блядь, там нашел, ёбищ? Как ты, блядь, меня обнаружил? Санина, блядь, кон. Уебан, ебаный. Зоны. Дрон. Сигнал теряется. Ну же! Надо найти позицию получше. Не попадайте под прожектор. Да, ебать, да. Это хуйта, на... Ёбнутая, блядь. Три дрона. Три ебучих дрона. Да, пиши. Пиши мне за дрон. Пригнись! А вот и они! Лучше спрятаться! Они говорят о сбитом дроне! Кяун комалум хе ке апке танзео ке саат мулакат хуи? Конечно, американцы постоянно следят за мной. Уан ки сушке саке пата? Черт, опять слишком далеко. Идем! Можно что капитана Прайса, чтобы он разобрался с этой дверью? Блять. О, ну привет, хуйня внеземная. Как жизнь, блядь? Сейчас тебе Харпер нахуй вскроет, блядь. Ёбан. Опа, ебать. Это система дрона, да? Если я, блядь... О, заснул на работе. Решил поспать. А вот и Менендес. Похоже, с кем-то встречается. Де Фалко. После сегодняшнего соглашения все уже приготовлено. О месте следующей встречи уже договорились? Разумеется, вы встретитесь с ним в Пешаваре на севере Пакистана. Данные по тому дрону должны быть предоставлены до начала переговоров. Я займусь этим лично. Храни тебя карма, Де Фалко.
давай, ну кокни его, ну можно мне снайперку? Достань, я его пристрелю к хуям, он не закончил. Эти дроны меня уже достали! Пора идти, давай! Ебать, мы ННС ебаный. Ха, хуета, блять. А ну иди сюда, урод. Сюда! Счет. Пусть пройдет! Ебаные дроны. Просто единственное, что я могу сказать, это просто ебаные дроны. Сюда! Ты смотришь от них. Ты уже все вышел, считай, тебе пизда. Все, тебе пизда, ебать. На него нахуй С4 накрепить. Пока. Пошли! Нельзя упустить Менендеса! Вот зараза, куда он делся? Салазар, мы упустили Менендеса недалеко от тебя. Ты его видишь? Вот он. Входит на станцию с южной стороны. Транспорт для эвакуации подготовил? Пока нет. Тут слишком жарко. Займись этим. Бля. Можно? Эти парни у нас на пути. Ну, значит, они поздороваются. Эй! Hello! О! А кто это один? Этот большой ученик. Ну. Станция там! Ну же! А, это не дверь. ये дрон पुरानी मॉडलों के बहुत अलग है. सेंट्रल कंप्यूटर निकालना आसान काम नहीं. इंसाफ का Механизм кисат хараб рахега. Подобные вещи не проблема. Встреча 17 июня устранит все оставшиеся препятствия на пути к успеху. Ни черта не слышно. Поезд мешает. Идем. В свое время у ЦРУ были такие камеры допроса по всему миру. И каждая напичкана всякой психологической хренью. Только бог знает, что за хрень в них творили. Похоже, снова промокнем. Ну, подмоемся. Бле, я лучше бы к этому не прикасался. Ты урод, блядь. Напукать у меня пытается. Тебе вообще похуй, что ли? Ты мог там километр? Ты сейчас находишься? Они должны быть прямо над нами! Ладно. Попробуем еще раз. Конечно. Я не только в курсе проникновения. О, блядь. Я сам его подстроил. Сука! Он знает о нас, сектор! Берегись, граната! Откуда он узнал? Кто слился? Давай лучше плывем как-нибудь от них. Я тебе оставил подарочек на них. Скинул мне нахуй сишку. Сказал бы, блядь, на. Сектор, кури, блядь. Они идут к тебе. Слышь, ты? Клаун на позиции. Максимус на крыше. Брутус на улице. Что там с машиной для эвакуации? Она уже, блядь, у нас. Есть. И даже с небольшой страховкой. Я перепрограммировал вражеских дронов на помощь нам. Твою мать! Там половина сраного Пакистана! Мы окружены! Нам нужен клан, чтобы отсюда выбраться! Волшебник Салазар.
Сучки, горите! Лазар, ты где? Блядь, туда куда, сыночек, на, и сукин сын. Лови, сукин сын. Сейчас или никогда? Ебать, Максимус, ебать, вот это красавчик. Приятно тебя видеть, где был? РПГ, блядь, было, пизду. Так. Поехали, заебал. Готов использовать сломанного дрона, сектор. Ты отдал мне машину. Давай, кроссби, блядь. Адмирал, мы захватили вражеские СОКТ. Бросим удар с воздуха и эвакуацию. Ответ отрицательный, командир. К вам направляется весь сраный состав сил самообороны. Так, через город можно уйти несколькими путями. Используйте дронов, чтобы расчистить путь для СОКТ. А если они доберутся до нас раньше? Молитесь, что вы не были в хорошем расположении духа. Расчисти нам путь, сектор! Да, черт! СОКТ на пути! Вот и всех, блядь, перестреляй! Убери баррикаду! Ай, на, сука! Вперед, вперед, вперед! Поехали, ебать! Пора добраться до пункта эвакуации! Расчищаю вам дорогу, осторожней дыму! Да пошли вы все нахуй! На, блядь! Ой, ебать, РПГ, отсосите. Поехали, 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 ебать. Блее. Тарани! Да, да, да. На тебе, чтобы выбрать сок, нахуй. Отличный выстрел! Сейчас тут все рухнет! Получается, горю, хули мне еще делать-то? Получается, гейм-овер, блядь, все. На магистраль! Вот так! Они совсем рядом! Давай же! Меняй направление! Охеренно! Кросби! Ну да! Будет нелегко! Давай еще раз! Надо действовать! Какого хера?
что-то мне подсказывает, что это не простой СОПТЭ. Сейчас все рухнет! Налево! Вправо! Давай со Салазаром! Все в говне. Твою ж мать, это плохо кончится! Ищи выход! Давай направо, твоя. Пока! Пока! Заебись, что за ачивка? Избегите пластической хирургии. Вот и точка эвакуации. Блин, теперь-то что? Бурум-бурум! Ты нарисовал! Спокойно. Американские войска, мне место в Пакистане. Американские войска, мне место. Ян Джао, он воевал вместе с мной. Против Китая ничего не имеем, генерал Джао. В Пакистане нас интересует лишь Рауль Менендес. Значит, у нас общие интересы. Но учти, американец, если истинная причина Рауль Менендес, мне незачем тебя убивать. Я тебе, Джо, я тебе, блядь, нахуй доверяю. Я помню тогда, что с нами было тогда. Затопленная ачивка. Информацию о террористическом заговоре Рауля Менендеса. Мы прилетели. Ну, что я могу сказать? Всем спасибо за просмотр. Всем пока. С вами был Бумбокс. Это сумное здание для ударной группы. Да. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. С вами был Бумбокс. Удачи и до скорых встреч. Пока. С вами был Бумбокс. Удачи и до скорых встреч.